Состояние улиц, качество дорог, благоустройство. Дважды в неделю глава администрации проводит рейд по городу. Первое, что бросилось в глаза, положительных эмоций не вызвало. Кюветы в плохом состоянии, а некоторые результаты работ по ремонту дорог испарились. Те же ямы, что в том году делали, повыскакивали. Исправить и восстановить, дал поручение глава. На улицах Целинной и сельскохозяйственной внимание комиссии привлекла неухоженная территория. К тому же участок частной земли захватывает русло реки. Владельцам напомнили, что участки нужно содержать в порядке. Нет земельного контроля. Только вчера говорила и сегодня повторяю, что нет. И вот это вот безобразие мы с вами видим. На улице Плеханова возле детского сада номер 10 часть дороги гравийная. Пыль летит прямо на территорию, где гуляют дети. Проблему нужно решать. Асфальт в этом году уложить не получится. Пока вариантов несколько. Например, регулярно поливать или перекрывать сквозной проезд. Работа там производится, аукционы все разыграны. Содержание территории, уборка города, дороги, ямы, все это уже начали делать. Конечно, всем хотелось это быстрее, но, к сожалению, это невозможно сразу сделать все, что мы хотим. Но постепенно все делается, я думаю, что все будет нормально. На прошлой неделе в округе завершился двухмесячник по санитарной очистке города, но работа по благоустройству продолжается. Большой вклад вносят и сами жители Уссурийска. Все звонки, звонки благодарности и звонки жалоб, то есть обращений, нареканий, которые поступают в наш адрес. Ну, я считаю, что это как должно быть должное. То есть вот как раз этим и проявляется отсюда вот наша озабоченность наших уважаемых горожан к нашим вопросам благоустройства. Во время проезда и проверки дорог Евгений Корж решил осмотреть городской парк. Арка на входе сыпется. Сотрудники сообщили, что этим летом планируют ремонт. В парке глава встретил суворовцев, которые проводили экологическую акцию. Мы решили провести такую акцию по защите природы. И мы нарисовали дорогу. И самое главное, хочу сказать, берегите природу. Молодцы. Спасибо, суворовцы. Как, сдали все экзамены? Так точно. В центре парка внимание специалистов привлек построенный водопад. Вода не бежит, застаивается и цветет. Глава предложил запланировать на следующий год замену комплекса, чтобы работал без перебоя. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.